Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 10 июня на видеосервисе ОКО стартует показ нового сериала «Варшава-21». В ходе предвыборной гонки за кресло президента Польши цинично убивают знаменитого журналиста Козерского. Польские телеканалы моментально подхватывают версию о вмешательстве России во внутренние дела страны с целью поддержки сирийских сепаратистов и дестабилизации обстановки. В качестве доказательств ВТВ крутит аудиозапись разговора российского посла Канабеева и одного из кандидатов президента Домбровского, которая якобы была разослана с почты убитого журналиста. Из-за небольшой искры раздувается геополитический пожар, способный нанести огромный ущерб интересам страны. Скомпрометированный сотрудник дипмиссии попадает в больницу с инфарктом, а на его место прибывает кризисный дипломат Вячеслав Васильев. Ему предстоит доказать, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований. Премьера сериала состоится 10 июня на видеосервисе ОКО. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!